Здравствуйте. Представляем котел сыроварни на 100 литров автоматическую. Значит, получается, это мешалка ручная, универсальная, горизонтальная, можно резать, потом перекручиваем ручку, вертикальная. И автоматическая ставим, то есть автоматически, что можно было порезать либо вручную, либо в автомате. Мешалка у нас в виде плавников. Крышка раскрывается на две половинки. Мешалка в виде плавников. То есть плавники будут разворачиваться. Желобок для полного слива, группа безопасности стоит, заливочная воронка и расширительная КМ-ка, задаем параметры и пульт управления. Значит, у нас здесь терморегулятор, верхний уровень, таймер для включения, автореверс, в разные стороны будет мешалку раскручивать и побочное включение 5 кВт и 5 кВт, 10 кВт. Ну и ручное, в автомате можно работать, это полный слив воды будет и кнопки аварийные, не будет воды, загорится авария и загорится кнопка аварии.